Всем привет, вы на канале Айс. Сегодня я расскажу о жизни Артура до того, как он стал известен. А если тебе понравится этот видеоролик, то с тебя лайк и подписка на канал. А теперь я тебе пожелаю приятного просмотра. Александр Рева родился 10 сентября 1974 года в городе Донецк, Украина. Как он сам утверждает, Рева не настоящая фамилия. Ее взяли предки Александра после переезда в Украину из Эстонии, где до этого носили фамилию Эрва. Его отец оставил семью очень рано. Саше и его сестренке-двойняшке Наташе едва исполнилось 4 месяца. Поэтому воспитанием детей занимались мама и бабушка. Его мама, Любовь Николаевна, худрук хора шахтеров, была очень творческим человеком. Когда детям было около 6 лет, Любовь Николаевна снова вышла замуж. Отчимом Саши стал Олег Евгеньевич Рачеев, работник металлургического комбината, с которым женщина познакомилась во время отдыха в Севастополе. Родной отец Саши появился в их жизни еще один раз. Где-то в 14 лет Александр не на шутку влюбился в девушку по имени Лена и рассказал маме о планах на ее руку и сердце. Как-то раз он пришел к ней в гости и увидел там своего родного отца. Оказалось, мужчина не так давно взял в жены маму Лены. Любовь Николаевна была возмущена и устроила сыну скандал, запретив ему общаться с возлюбленной. Как вспоминала мама артиста, в детстве у Александра был очень ранимый характер, у него постоянно были глаза на мокром месте, в отличие от бойкой и смешливой сестренки. После школы Рева поступил в техникум промышленной автоматики, а затем окончил факультет менеджмента в Донецкой государственной академии управления. После вуза будущий актер работал электрослесарем на одной из шахт в родном городе, а позже нашел работу на местном радио. С 1995 года Александр играл в команде КВН родного вуза, а в 2000-м произошло судьбоносное событие. Он присоединился к составу краснодарской команды «Утомленные солнцем». Именно в этот период стало понятно, что у него отлично получается шутить. После такого успеха в 2006 году Александра пригласили в малоизвестный, но достаточно перспективный проект Comedy Club, созданный командой КВН «Новые армяне» и ее капитаном Гариком Мартиросяном. В качестве резидента этого телешоу Рева становился все более популярным. Ну а сейчас я поподробнее расскажу о его личной жизни. Свою будущую жену Анжелику Александр встретил в 2004 году в городе Сочи. Молодые люди случайным образом пересеклись на дискотеке и провели вместе весь вечер. Девушка так понравилась актеру, что он быстро придумал, как продлить это удивительное знакомство. На выходе из клуба он увидел припаркованный лимузин, подбежал к шоферу, отдал ему все наличные деньги и с шиком довез Анжелику до ее дома. На следующий день она уехала в Краснодар к родителям, но молодые люди не прерывали общения. Достаточно скоро состоялось обоюдное знакомство с родителями. Впрочем, со свадьбой Александр и Анжелика торопиться не стали. Они расписались только тогда, когда будущая супруга была на 3-м месяце беременности. Сейчас у них уже 2 дочери. Одну зовут Алиса, которая родилась в 2007, а другую Амели, которая родилась в 2013. Ну вот на этом мой видос и подошел к концу. Если тебе все понравилось, с тебя лайк на видео и подписка на канал. Всем удачи, всем пока. У меня интересная коробочка. Underground. Что такое андеграунд? Это после... Что такое андеграунд?